Пока тяжело описать, да, осознание только приходит, и надеюсь, надеюсь, даже знаю то, что этот день останется вообще в моей памяти на всю жизнь, и очень рад, что так сложилось, то, что меня выбрал Ванкувер. Семья здесь, да? Да, вся семья здесь, все семьи приехали. И нервничал, на самом деле, прям с самого начала, с самого утра и вот по самый драфт. Не знаю, почему-то меня не отпускало, даже думал не из-за того, то, что каким номером иду, а хотелось бы просто выйти в первом раунде, это была моя задача изначально. Знаю то, что там не так много русских всегда было. Вот, знаю то, что там великий Павел Буре, великие братья Седины и сейчас восходящая, ну уж звезда, наверное, Петерсон. Хороший вопрос. Я не знаю, думаю, будут решать мои агенты, поскольку у меня начинается медобследование в России.